Уважаемый имам Али Шарипович, во-первых, я искренне признателен за нам, нашей делегации, мне лично очень это было приятно, потому что на самом деле я видел в глазах людей, что народы соскучились и очень ждали этого. И на самом деле вы правильно сказали, что внешней политики сегодня Узбекистана – это первое влияние соседей, особенно с Узбекистаном. Мы с вами за прошедшие чуть больше года сделали очень, я думаю, прорывные наши годы, наши переговоры, наши очень серьезные разговоры, неоднократные встречи. И вот год в Узбекистане, народ Узбекистана ждет вот тех потеплений, которые мы с вами начали делать. И сегодняшний визит, на самом деле, он исторический. На самом деле, мы с дружественным Узбекистаном во главе вас сделано очень много. И все, что сегодня делается, Узбекистан, народ Узбекистана, руководство Узбекистана полностью поддерживает. И сегодня, я думаю, это визит на самом деле исторический, потому что есть нам о чем поговорить перед часами. Мы очень многое сделали. Сегодняшний пакет документов, наши переговоры, которые сегодня и завтра, он выглядит, я думаю, в ближайшее время наше партнерство, наше стратегическое отношение. И мы это будем с удовольствием делать, потому что мы, вы знаете, что мы это очень хотим. Я еще раз благодарен вам и еще раз признателен за такой радушный, теплый, гостеприимный прием на земле Таджикистана.